Все, давай, Италия, я с тобой. Понял, все, давай. Барнаулец Виталий Павлов отдыхал на Филиппинах с февраля. Билеты обратно были взяты на сегодня, однако улететь не получится. 2 мая его настиг инсульт, и половину тела парализовало. Скорую помощь вызвал друг Дмитрий, и по местным законам финансово отвечать придется ему. Лечение в филиппинском госпитале обходится порядка 50-70 тысяч рублей. Неизвестно, сколько лечения это еще продлится. Оплата за лечение полностью не поступит в полном объеме, то им обоим может грозить уголовная ответственность по местным законам. Сейчас состояние Виталия среднестабильное. Чтобы ему разрешили пересечь границу, необходимо оплатить услуги госпиталя и получить разрешение на перелет по состоянию здоровья. Без документов за жизнь Виталия уголовную ответственность несет человек, забравший его с медучреждения. Чтобы больного доставить в Россию, нужны большие средства. Если это отдельный борт МЧС, 5 миллионов рублей. Если это борт, где его повезут лежачего, но с пассажирами и с командой медиков, порядка 2 миллионов рублей. И лучший вариант, так скажем, самый недорогой, это если его можно будет транспортировать в коляске. К сожалению, российское консульство помочь не может и просит обратиться в Министерство иностранных дел. Тем временем деньги друзей постепенно кончаются, и надо срочно предпринимать какие-то меры, чтобы не попасть за решетку в другой стране. Туристы просят земляков помочь финансово. Данил Кузнецов, Егор Волков. День с толком.